Это видео показывает, насколько хороша электротрансмиссия в жидких грунтах. Вот, к примеру, болото. На этом болоте колесу практически не за что зацепиться. И посмотрите сами, насколько плавно и медленно электротрансмиссия вращает колеса без потери момента. Вам не надо перегазовывать, не надо играть с сцеплением. Вы просто поставили ограничение на пульте 0,5 км в час и движетесь с этой скоростью. Посмотрите, как медленно. Кто еще сможет это повторить? У кого получится сделать то же самое на механической трансмиссии? Мне кажется, это очень круто. И из многих засадных мест можно будет вылезти именно из-за этого эффекта.